Ну, всем спасибо за подключение. Любаться. Никита. Царь небесный, утешителю души, и живите, и себя исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися вным, и очистины от всяких скверны. И спаси, блаже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественного Твоего откровения. Прибудь с нами в этот воскресный вечер. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга Откровения. Марина Сергеева, микрофон включите. Вячеслав Скачков. Сергей Павлович, я выключила микрофон. Нет. Включить его или выключить? Выключи, либо тихо сидите там, еще больше. У нас все выключено. Ничего не выключено, если бы выключено, я бы тебя не слышал. Микрофон выключен у нас. Ну, я тебя слышу, как он выключен. Откровение 3.11. Откровение, книга 3 глава, 11 стих. «Все гряду скоро». Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Толкование. Говорит Господь, все гряду скоро. Когда придет это искушение, это скорбь, то близко и мое пришествие. Не унывай, все гряду скоро. Близко Христос при дверях, и тем сильнее звучит его призыв. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил.
Христиане увенчиваются славою, 1 Петра 4 глава, правдою, 2 послание Тимофея 4 глава 2 стих, и жизнью, 2 глава 10 стих. Этот тройной венец готовится на небе христианам. Но этот венец очень легко потерять. Развенчанный князь века сего, обольститель и сатана, древний змей, желает восхитить у христиан этот чудесный венец, забрать его. Потому и говорит Христос: держи, не предавайся беспечности и даже не храни его только, но держи, держи всеми силами, чтобы не утерять. Сказал, что у кого есть вопросы, задавай. Поехали. А, Виталий Миговка, если вы хотите на занятиях присутствовать, у меня просьба выключить микрофон, а то вы мешаете, шумно у вас. Хорошо. Откровение, 3 глава, 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Толкование. Об удержавшим свой венец Христос говорит: побеждающего сделаю толпом в храме Бога моего. Храм Бога – это церковь. Христиан, побеждающий, господин храма, делает толпами своей церкви. Так ими некогда были Иаков, Петр и Иоанн. Послание Галатам 2.9. А позднее все апостолы, многие праведники и подвижники. Что значит столб? Столб сам должен обязательно стоять на прочном основании, а на нем держится все здание. Так и христиане. Сами на себя они полагаться не могут, ибо, цитата, «немного имеешь силы, их основание только Христос». Далее еще цитата: «Ибо никто не может положить другого основания». Первое послание к Коринфянам, 3 глава 11 стих. Но Господь, в свою очередь, хочет полагаться на христиан. Бог не желает видеть своих детей всегда младенцами. Для этого Он дает им время младенчества. Далее же они должны стать побеждающими столпами в церкви, на которых Бог может положиться, в которых может быть уверен, на которых может возлагать бремена других, которым может дать и большое служение. Такими обещает Господь сделать верных своих, даже если они сами немного имеют силы. И он уже не выйдет вон. Таковой навсегда вочленен святое тело Христово. Он в нем, и никто не может его оттуда вывести. Такой христианин восклицает, цитата: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе». Послание к римлянам, 8 глава, 38-39 стихи. «Напишу на нем имя Бога моего. В сердце такого столпа будет ведение имени Божьего, и сам Христос напишет на таковом имя Бога». Сейчас многие пишут на себе имя Божие и носят его, но не Бог писал. Иные сектанты даже иначе именоваться не хотят, как Церковь Божия, а себя дети Божии. Но не писал Христос на ересях и еретиках имени Божия.
Или вот, идут фашистские солдаты с надписью на бляшках своих ремней. Gott mit uns. Я не знаю немецкий, как их найти? Gott mit uns. Gott mit uns. Что в переводе на русский значит «с нами Бог». И вопрос, кто писал на них имя Бога? Нет, только на побеждающих позор греха и держащих венец славы, на побеждающих ересь и держащих венец правды, на побеждающих тяжкий грех смертоубийства и держащих венец жизни, на них только напишет Христос имя Бога своего, то есть имя Отца Небесного. Не то важно, чтобы человек написал на себе имя Бога, а то, чтобы написал его Христос. И имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. То есть не только имя владыки, но и имя града владычнего будет начертано на челах этих людей. Далее цитата. Вышний Иерусалим, он матерь всем нам. Послание Галатам 4:26. Град Божий, святая церковь, небесное и земное жилище и селение праведное. Эта вечная красота небесного Иерусалима будет на ликах победителей просветленных. Она и сейчас уже светится в праведниках Божиих. Она воссияет во славе вечности, как только на венценосных победителях написывается имя Христа, и имя Бога и имя града Его. Так, секунду. Что он сказал? Секунду. Подождай. Секунда прошла. Так. Вопросы пока есть? Все понятно? Они сограждане Христу, начинается толкование. Дальше продолжается. Они сограждане Христу, благодарю. Евреям 3:14. Они члены Его Святой Церкви. Сейчас уже и в вечности. На побеждающих членах церкви напишет Христос ее имя. Град этот нисходит с неба от Бога. Церковь – это не земная организация, а через схождение Сына Божия на землю и сошествие Святого Духа, основанный на земле город небес. Совершил это Христос своим воплощением и своей жертвой и Духом Святым через апостолов. Далее цитата. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Имя града и имя Бога. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2:19, 20 глава и 22. Однажды сошел этот град на землю при апостолах и стоит незыблемо. Матфея 16:18. Так, еще секунду прошу. Или Володя, продолжи, почитай. Не сходил этот град более. Не сходил этот град более ни при каких реформаторах и незыблемый. Он не нуждался в их поправках и переустройствах. И небесный Иерусалим в вечности, и Иоанн Богослов видим сходящим от Бога с неба. Откровение 21:2. О таинство великое и красота неизреченная. И имя мое новое. Еще одно, третье имя начертывается пронзенной рукой на телах победителей. Из Священного Писания мы знаем много имен Спасителя. Иисус, Христос, Иммануил, Назарей и другие.
Но никто не знает того имени Христа, нового и чудного. Сокрыто оно еще от нас в тайне. Спрашивал Иаков, противоборствующий в реке, Иавок Богу об имени этом. Но, далее цитата, он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. Бытие 32.29. И Маною, отцу Самсона, судьи Израильского, было также сказано, что ты спрашиваешь об имени моем, оно чудно. Книга Судей 13.18. И вот это таинственное и чудное новое имя Христа, ныне на земле никому неведомое, будет начертано на искупленном христианине Филадельфийце. Имя отца, города и сына, вот награда. Истинно сказал Христос любящим его, и мы, отец и сын, придем к нему и обитель у него сотворим. Евангелие от Иоанна 14:23. Пожалуйста, вопросы. Игнатий Тихонович, есть что добавить по этому стиху? Или дать? Так подробно все сказано, что добавлять нечего, потому что ничего не понятно. Это в вечности откроется. Глаз не видел, ухо не слышало. Готово, принимай. Как уразумел, так на этом остановись. Главное это для нас, что и символ веры сохранить Никео Сареградский и не восставать против того, что святые отцы истолковали. Откровение 3.13. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Толкование. Помолимся, чтобы Господь и нам даровал такое ухо. Откровение 3 глава 14-15. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Толкование. Лаодикия. Тоже малоазиатский город, просвещенный проповедью Евангелия при апостолах. В этот город и апостол Павел писал послание, о котором упоминается в послании к Колоссянам, 4 глава 16 стих. Возникает даже мысль, не все та же ли теплохладность и безразличие ладыкийцев привели к утере этого послания? Читав послание, не забыли ли они побеспокоиться, чтобы его прочитали и в Колоссах, как того хотел апостол Павел и в других городах. Лаодикийская церковь – прямая противоположность филадельфийской. Если последней не было высказано ни одного упрека, то этой ни одной похвалы. Предстоит ей Христос, так говорит Аминь. Аминь означает «истина, да будет так». Все, что он говорит, истина и будет. Аминь – это как печать, налагаемая на всякое чтение, молитву, священнодействие. Так и всему, что сказано будет в этом послании, печать, аминь, сам Христос. Он запечатлит собою все это. Христос умер на кресте. И через то стал свидетель верный и истинный. В нем истина, и он сам истина. Он верен своему слову и своим обетованиям, и нет в нем ни тени перемены. Верным и истинным представляет себя Христос Ладыкийцам, ни живым, ни мертвым, ни холодным, ни горячим. Христос – начало Создание Божие. Он предвечный Логос.
Далее цитата. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 по 3. Всякая тварь, всякое создание через него начало быть, и в нем, в Сыне Божьем, в Логосе, имеет свое начало. Он всему начало и причина, далее цитата, ибо им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое, все им и для него создано. И будучи всякому созданию началом и причиною, он сам без начала. Неверно учили ариане. Ныне подобие арианской ереси находим у пятидесятников, единственников, свидетелей Иеговы, что Христос – начало создания Божия, то есть первая начальная тварь. Но сначала Бог, что сначала Бог сотворил Христа, а потом через Него все остальное. То есть низводится божество Христа и отвергаются сами основы христианства. Это тяжкая ересь. Недаром церковь говорит об арии как о безумном и взбесившемся. Акафист святителю Николаю Икра II. Не из созданий Божий Христос начальное, а всякому созданию Божию Он начало. Он вечный и собезначальный Отцу, начало и Творец всякой твари. Далее цитата. Знаю твои дела, а они вот какие. Ты не холоден, не горяч. И далее говорит о страшном состоянии Лады. Теплохладные. Это не мир, не язычники, не неверующие, это христиане, один из семи светильников. Ладыкийцы не холодны, не горячи. Холод – это безбожие, атеизм, язычество, явный грех. Горячее состояние – это от огня Духа Святого, это те, на которых сошли огненные языки Духа Святого, воспламененные любовью ко Христу, в которых зажигается всякое лукавое помышление, всякие страсти и похоти. Это горящие, ярко светящие светом Христовым, согревающие других теплом Духа Святого. Эти же не холодны, не горячи, они теплохладны. И даже Христос восклицает: «О, если бы ты был холоден или горяч!» Это подобно тому, как в жаркую летнюю погоду хочется пить или холодной воды, или горячей. Так Христос говорит ладыкийцам: «Вы не холодные, вы не мирские, не язычники, не безбожники, вы не горячи, нет в вас огня веры, не горите евангельским светом». Холодный, далекие от веры, зачастую легче обратиться ко Христу, чем теплохлад. Холодный знает, что он не причастен Богу. А уж если станет верующим, то станет по-настоящему. Теплохладный думает, что он с Богом, но никогда не становится настоящим христианином. Секунду. Лучше прямой враг, чем такая отнюдь не золотая середина. Иное толкование. Холодный – это тот, кто движется страхом Божиим, чтобы только не погибнуть, только бы не гореть в огне. Горячий же тот, кто движется любовью к Богу, чтобы только не огорчить своего владыку. Толкование закончено. Можно задать вопросы, у кого есть. Вот такое послание ладыкийцам. И вот вопрос, почему же вот все-таки Господь хочет: «О, если бы ты был холоден,
Казалось бы, ну холоден, ну тут толкование понятно, что это безбожники. О, если бы ты был безбожник, как бы Христос говорит. Дальше расшифровка. То есть безбожника, его легче обратить к Богу, чем тот, который думает, что он с Богом, а на самом деле теплохладный. Ну и дальше мы будем ниже читать, что с такими теплохладными Христос соделает. Вопросов нет? Продолжим. Откровение 3.16. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Толкование. Как теплое и жаркое время противно извергается из уст, даже рвоту вызывает, так и я, говорит Христос, извергну тебя из уст моих в огонь вечный. Далее цитата. Да лобзает он меня лобзанием уст своих. Книга Песней 1.1. Ищет душа горячая лобзание уст Христовых. Извергает уста Христовы душу теплохладную. Вопросы. Игнат Тихонович, есть что добавить? Тут дело практики. Начало – это холодный. Последнее толкование – это те, которые движутся страхом. Притча Соломона 1.7 говорит: «Начало мудрости – страх Господень». Сирахов говорит: «И окончание всякого дела – страх Господень, как бы дело не испортить». И сердцевина – страх Господень. Это старообрядчество. В самом подлинном смысле. А спасительно, да, спасительно, если оно движет к любви Божией. Вот из старообрядцев, то это фарисеи. 100% фарисеи. Вот они так точно исполняли. По базару прошел, руки в карманах держал. Но пришел, обязательно надо вымыть до локтей. Обязательно. И придя, говорит, сторжище умывает руки. Я еще помню, у нас у дедушки кто-то приходил, и две ручки на двери. А человек-то не знает, какую брать. И если он не той ручкой дверь открывал, эту ручку потом моют после него. И это было понятно, объяснимо, врачей не было, и один какой-нибудь венерический мог погубить целую деревню. И вот если он движется страхом Божьим, как бы не погибнуть, только бы не погибнуть. Из них получались даже апостолы. А про горячего говорить не надо вам. Образец. Самое интересное, что из холодных горячие получается лучше, а который просто никак ходит. А я спасен, а сам живет как безбожник. То есть это саддукеи. Сектанты – это еретики все. Саддукеи. Из них ни один не был избран. Они чужие. А из фарисеев приходили, многие обращались, каялись. Никодим пришел, учитель израильский. Так что сегодня, когда обвиняют фарисей, надо спросить, а что ты имеешь в виду? А он не знает. Он понимает, что это внешняя оболочка. Это не внешняя. Это страх Божий. Страх, данный от Бога. Это крепкая-крепкая вера. Его не сдвинешь. Он нигде попало с чужими есть, пить не будет. Он молиться с еретиками не будет. У него страх Божий. И вот апостол Павел говорит, самые несчастные люди те, которые надеются на Христа только в этой жизни. Это и есть теплохладное. Ну, я хожу в храм, причащаюсь. Что бы ни сказал, ему ничего нету там. Ну, зачем ты бреешься, опять же, за то? А не знаю, то есть он теплохладный. Признает вроде, что Бог есть, но все делает по-своему. Вот, а я на работе был, а я шахтером, а борода-то мне отмоешь. Так борода – это предохранитель. У тебя на тело-то ничего не попадает. Голый лоб-то у тебя, что ты не боишься? Голова, лба. И щеки голые, и глаза. Даже самая маленькая не может сделать, что страха Божия нету. А это ничего и не будет. Это, как правило, люди или из сектантов оттуда ереси принес, или что-то. Зачем ты бреешься? Он не может ответить никак. Разные причины. До старости лет дожил, и страха Божия-то нету. А нету, значит, и никакой любви там нету. Это эгоисты, они одинокие, как правило, всегда. С эгоистом никто не уживется. Только за этим словом холодный стоит. Холодный и теплохладный.
теплохладной, совершенно негодной, ни к чему не пригодной. Лучше бы вам не познать путь истины. Апостол Павел говорит, лучше бы не познавши. Они легко склоняются на любое. Вот такие революцию делали, но старались быть хорошими. То есть на все любое преступление. Надо просить об этом Бога в молитве. Господи, дай мне страх Твой святой. Ужас, чтобы мне в ад не попасть. И любовь к Тебе за все, что Ты сделал. В таком прекрасном мире меня посадил. Я теперь на этой земле живу, и всякие тут и рыбы, все мне на помощь. Как Ты дивно вели, Господи, как заботишься о человеке. То есть покажи любовь Твою. Вот есть такой рассказ, можете зарядить в интернете, «Два Бога». Это пишет Пешка Полеша, это будущий Максим Горький. Бабушка как молилась, она, миленький мой Боженька, да Ты помоги, да вот так, да Ты такой хорошенький, да Ты... А дед слушал ее, еретичка. И он молился, дед, это старовер был. А Алешка-то лежит, у него память-то была хорошая. И он, возьми да ему скажи, деда, а ты вот сегодня, когда читал там 50-й псалом-то ты, и ты там слово пропустил. Дед сразу делал, говорит, такое лицо суровое в страхе. А где Алешка? Да вот здесь. Я, говорит, уже знал, что он меня обязательно выпарит. Выпарит за это дело-то. Это два бога. Один бог, к которому она обращалась и ликовала, и другой бог вот такой вот его был. Но спасительный... Да, и надо было объединить. И она молилась за деда, а он за нее нигде не видно, что молился. Вот такой рассказ про зайка. Все, пока. Сергей, дай слово скажу. Даю. 2 минуты. Я не по немощи своей не хочу носить бороду. Я уверен, истинно уверен в Иисусе Христе, Господе нашем. Борода не спасает. Про бороду нет заветов. Я не грешу этим, что я не ношу бороду. А если для кого-то дресс-код, вот это слово, вы знаете его прекрасно, я от вас узнал это слово. Никогда не знал его. Если вам это входит в положенное, носите. Я вас не осуждаю. Не осуждайте меня больше за бороду. Я пред Богом отвечаю. И если так Господь приведет, что у меня будет все хорошо, а бороды одной не будет, то я буду отвечать за эту бороду на том свете. Как предстану и объясню. Скажу, Господи, вот так и так. Я не носил бороду, потому что она мне не нужна. Так. Все. То есть самое первое, что можете сказать, Господи, я ненавижу, что Ты творец и творил таким мужчину. Нужно до конца договаривать. Не просто так, я не хочу, я на первом месте, отвергнись себя. Кто первый шаг не сделал, у него ничего не будет в жизни. И поэтому остальные грехи он за грехи не считает. Он живет по-мирски и говорит по-мирски. И находит себе руководителя, бритого в галстуке под 80 лет. Вот в чем дело-то. Вы посмотрите православные на иконы, посмотрите. Ни одного пророка, ни апостола, ни Христос. Все с бородами. Что говорить? У меня есть священник. Пол бороды. Что такое? Продолжайте, как... Какие сигналы. Мне вспомнилось, судили, когда одного верующего, и судья решила его уколоть, и говорит, у тебя, говорит, совесть такая же, как борода твоя черная. Он говорит, гражданин судья, если судить по бороде, то у вас ее совсем совести нету. Так. Это теплохладное. Я Богу отвечу, то есть ревности нету в самом малом. А ты посчитай, про Евстафия, их узнали, что они верующие только по бороде. И обоих казнили, католики. Считай жития святых. Ни одного бритого не было. А это 1173, а я скажу, 7 вселенских соборов. Больше, чем 1500 епископов на них было. Тысячи, ни одного бритого нету. А я скажу, что ты скажешь-то? Блудослов. Я на правах ведущего разрешите прекратить споры о бороде. Это отнимает много времени, ни к чему не приводит. Идем дальше.
Откровение 3.17. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Толкование. Теплохладные совершенно не ощущают, что они противны Христу. Им кажется, что они очень богаты. У нас есть все, говорят они. Мы христиане и ни в чем не имеем нужды. Какие к нам претензии? У нас все есть. А не знаешь, что ты несчастен. Сами себя обманывая, себя не зная, такие люди на самом деле глубоко несчастны. Такое теплое, промежуточное, полусонное состояние не приносит им счастья. Они страдают от духовной пустоты, чем-то себя тешат, но не знают того великого несчастья, которое ждет их, когда их извергнет Христос. 1 Коринфянам 15:19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Господи! Сохрани от этого и спаси. Возгрей наши сердца огнем Твоего Духа и Твоей любви, дабы не погибнуть нам в состоянии теплохладных. Далее. И жалок. Жалок один вид самодовольных и самообольщенных. Далее. И нищ. Думают, что много имеют, а на самом деле пусто. Все земные блага, квартиры и амбары, все дела свои, на которые любуются, как на себя перед зеркалом, все сгорит в огненной реке, когда предстанут пред престолом суда. Жалок будет вид теплохладных, огорчивших нищих и слеп. Они думают, что имеют правую веру, понимают жизнь, знают, что к чему, а на самом деле слепцы, не видят даже жалкого своего нищенского состояния, своих грехов, безумия и самообольщения. Нет видения духовного. Интересно, насколько даже внешне отличается взгляд человека духовно просветленного от такого слепца. Далее, слушай, и наг. Нет ни имуществом нищие, но нечем прикрыть срамоты своей духовной. Не прикроют дела теплохладные тела греховного. Вот образ самообольщенного теплохладного христианства. Вопросы? И что же делать с таким состоянием церкви? Читаем дальше. Откровение 3.18. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Толкование. В жизни много есть советников. Но кто может посоветовать ладыкийцам, как выйти из их плачевного состояния? Посоветовать может тот, чье имя советник. Книга Исаия, 9 глава, 6 стих. «Советую тебе купить у меня». Вы много покупали на торжище этого мира, но все там обретенное – это труха, это поест моль и ржа. Чтобы истинно обогатиться, советую тебе у меня, у Христа купить. Вот, с большой буквы, торговец, который продаст тебе истинное. Для этого тебе не надо искать деньги. Но это то, что говорит апостол Петр хромому. Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи.
Деяния 3.6. Где продает Христос? Где можно купить его сокровище? Купить можно в Святой Апостольской Церкви. Это то место, где продает Христос. Что же надлежит купить ладыкийцам? Три вещи советует купить Христос. Во-первых, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Премудрость Соломона 3.6. Апостол Павел пишет, строит ли кто на этом основании Христе, то есть покупает у Христа из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. 1 Коринфянам 3.12. Дерево, сено, солома – это дела ладыкийские, которые сгорят в огне страшного суда. Христос советует купить дела золотые, которые устоят в день судный. Пять неразумных дев пошли в судный день покупать елей добрых дел, но поздно. Сейчас обретай дела добрые золотые. Купить дела значит их совершить. Дающий милостыню обретает богатство нетленное. Золото огнем очищенное – это и сердце в огне искушения и страдания испытанное. Но чтобы действительно иметь это золото огнем очищенное, советует еще Христос и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. В первую очередь в крещении завлекаемся греховного тела плоти. Слание Колоссянам 2.1. И облекаемся в одежду белую. Книга пророка Исаия 61.10 и Ефесянам 5 глава 26-27 стихи. Облекаемся в белую одежду во Христа. В этом же читаем послание Галатам 3.27. Но здесь Христос обращается, собственно, к уже христианам. Какую им еще надо белую одежду? Далее цитата. «Весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». 19.8. «Праведная и добродетельная жизнь – вот белая одежда, необходимая христианам. Если не облечься, то не скроешь срамоты наготы своей ладыкийской греховности. Не может срамота наготы нашей наследовать Царство Божие, поэтому поспешим облечься белую одежду добрых дел, соделанных в Духе Святом. Поспешим облечься праведностью во Христе, ибо не от себя, а только через Него мы можем быть оправданы пред Богом, облечься праведностью святых». Дух Святой просветляет наши очи мысленные в крещении. Всей бане просвещения и в таинстве мира помазания помазуются очи наши, просветляющие благодатью Духа. Это Богом дарованное видение духовное, которое открывает наши глаза на жизнь, на самого себя, на Бога. Этой глазной мазью в особенности является Слово Божие, открывающее нам всякую истину. Человек, просвещенный Словом, видит глубже, видит ясно, видит сокрытое от очей плотских мраком греховным. Поэтому апостол Петр говорил, «Вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, Слову Божию, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день». 2 Петра, 1 глава, 19 стих. А также глаза, поднятые молитвенно к небу, просветляются небесной мазью Духа Святого. Очи с вожделением, смотрящие на предметы мира сего,
мутнеют и слепнут. Презрение же мира сего просветляет взор. Обретши это золото, эту одежду, эту мазь, исцелишься, ладыки, от своего пагубного сна. Здесь мы видим и пример истинной душепопечительности. Смотрите, как советует поступить Христос. Сначала купи золото, чтобы обогатиться, потом оденься, чтобы покрыта была нагота, и тогда уже помажь глаза глазной мазью, чтобы видеть. А как бы посоветовали мы? Вот пред нами грешник. Мы бы подошли к нему и сказали: купи глазную мазь, чтобы увидеть, какой ты грешный, несчастный, жалкий. Потом посоветовали бы одеться, а уже одетому посоветовали бы обогатиться. У Христа все иначе. Сначала обогащает, потом одевает, и потом только дает глазную мазь, чтобы, когда прозрел человек, увидел себя уже одетым. Видите, какое снисхождение Божие? Так и мы должны подходить. Не обнажение срамоты грешника наша цель, а его исправление и обогащение. Сначала обогати духовно, одень, помоги, а тогда открывай его глаза, чтобы увидел себя облеченным во Христа и осознал, из какой грязи его спасли. Помоги нам в том, Бог. Ваня, закончено. У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Интересный порядок, да. Обращение грешника. То есть сначала обогатить его, потом... Ну, а мы как привыкли? Сначала, вот ты такой грешный, многогрешный. Есть вопросы? Вот так оно и получается в жизни, как Христос сказал. Когда я в грязи валялся и не видел ничего, отобратился, стал понемногу одеваться и смотрю, и все, и слушать Слово Божие. И потом глаза открываются, и думаю, так я вот это не то, вот и в этом не так. Вот к чему нужно, когда я увидел, когда я поднялся. То есть поднимись с колен или встань из грязи, обличись в одежду-то. Когда в грязи человек лежит, он не может одеться. А вот сперва одежда, правильно. Сперва... обогатить нужно человека, дать ему золото, богатство, дать ему Слово Божие. Купи у меня золото. Золото – это Слово Божие. Без Слова Божия как человек? Как ему одеваться во Христа, о котором он не слышал? А как он услышит без проповедующего? Далее читаем Откровение 3.19. Так, меня хорошо слышно, а то говорят, некоторые слова проваливаются, Вячеслав Ткачев. Хорошо. Хорошо слышно. Хорошо. Может, у Вячеслава что-то с интернетом. Не всегда моя вина, что там микрофон у меня. Спрашиваю всегда. Слышно хорошо? Отлично вас слышно, отлично. Откровение 3.19. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Толкование. У людей бывает наоборот. Кого любят, тех не обличают и не наказывают. А поощряют и хвалят, закрывая глаза на их грехи.
и тем самым окончательно их портят. Псалмопевец говорит: обличение от елей, который не повредит голове моей. Псалом 145 стих. Поэтому Господь, кого любит, того обличает и наказывает. Часто говорят: ну как, вот христиане веруют, а вся жизнь их в страданиях и бедствиях. Так это и говорит о том, что Христос их любит, ибо наказывает. Поэтому в жизни всякое обличение должно приниматься нами не с ропотом и обидой, а со смирением и благодарностью, ибо это хорошо для нас. Лучше сейчас понести наказание, чем в вечности. Ныне многие молодые родители решили, что детей нельзя физически наказывать. Их, мол, любить надо. И они сами должны доходить до всего своим сознанием. Они, мол, должны иметь свою волю. А вот что говорит Священное Писание. Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Книга Сирахов, 30 глава, 1 стих. И еще. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Книга Притчи, 13:25. И еще. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Книга Притчи, 23 глава, 13-14. Видно, и лаодикийцев наказывал Христос. И вот он призывает их. Итак, будь ревностен и покайся. Во многом мы проявляем ревность. В приобретении богатств, образования, чинов, друзей, грехов. Христос же призывает в кавычках теплых лаодикийцев к ревности в покаянии. Мы часто говорим о ревностном служении Господу. Но чтобы служение наше действительно было ревностным и богоугодным, надо быть ревностным в покаянии. А как часто мы в этом ни холодны, ни горячи. Холодные – это те, кто вообще не каются. Это безбожное пребывание в грехе. Горячие – это искренне, слезно и постоянно кающиеся во всех своих грехах и оставляющие свои грехи. Теплые – время от времени бывает у батюшки на исповеди, рассказывают ему какие-то грехи свои, перед греховным делом могут сказать: прости, Господи, и совершить грех. Но нет искреннего раскаяния в своих грехах, нет слез души, не опротивил им грех в их глазах, он не ужасен, не понимает, что этот их грех ведет в гиенну. Не имеют они намерения оставить грех. Не считают нужным исповедовать грехи свои пред теми, пред кем виноват. На исповеди спешат таковые склонить голову под епитрахиль священника, но не спешат высказать и оплакать все свои грехи. Христос стоит у двери твоего очерствевшего сердца и говорит: будь ревностен и покайся. А вспомним примеры покаяния святых. Горькие слезы апостола Петра после отречения. Апостол Павел, который огласил уже почти всю вселенную проповедью и призвал ее к покаянию, всегда помнил и оплакивал свой тяжкий грех перед церковью, гонителем которой он был. Не скрывал этого, но часто упоминал о том в своих речах. Вот. В конце жизни пишет он своему ученику Тимофею послание и упоминает о грехе своем, плачет о нем, как будто сегодня совершил, и видит себя первым из всех грешников. 1 Тимофею, 1 глава, 13-15. 17 лет вела греховную, страстную жизнь некая Мария.
Но посмотри в пустыню египетскую, и ты увидишь там женщину 47 лет в полном одиночестве, терпящую всевозможные лишения. 47 лет уже оплакивает она те ее 17 лет, проведенные на грехах. А обратись в пустыню Сирскую, и ты услышишь покаянный стон и плач Ефрема. Он и перед смертью скажет ученикам: «Никто да не ублажает меня, ибо я грешный человек. Посмотри в леса Саровские, там, в дремучей чаще, на камне, тысячу дней и ночей стоит одиноко и покаянно на коленях монах Серафим. Так неужели же мы настолько выше и чище всех этих людей, что не нуждаемся и в тысячной доле их покаяния?» Плач, плач, ладыки, о своих грехах. Плачьте о нас, ленивцах, и вы, святые Петр и Павел, Мария святая египетская и святой Ефрем Сирин. Плачь о земле нашей и ты, святой Серафим Саровский. Плачьте о нас, святые, да и мы, наконец, восплачем о грехах наших. Вот такое толкование. У кого есть вопросы, можете задавать. Так, ну, тогда еще 20-й. Сергей, я немножко приведу. Этот стих Писания, Откровение 3.19, советую заучивать, потому что иногда люди встречаются и говорят, что Бог никого не наказывает. И вот здесь вот прямо сказано: кого люблю, тех обличаю, наказываю. Тут даже толкования никакого не надо знать. Это я как бы на заметку, для кто благовествует. Да. Да. Ну, как правило, это говорят люди, которые живут во грехах, и их лозунг такой, самый такой супер, в кавычках, православный: жить, грешить и не болеть. А Христос, любя, наказывает болезнью, человек, страдающий плотью, перестает грешить. Вот перед вами живой пример. Вот у меня была лимфосаркома. В 2001 году мне поставили диагноз. Если бы я не заболел этой смертной болезнью, да разве бы я покаялся? Бог по любви ко мне, к творению Божию, наказал меня за грехи мои тяжкие. Я обратился, стал задумываться, неужели все, 33 года и дальше на могиле. Бог наказывает, наказывает, любя, для того, чтобы человек исправился. А некоторых не наказывает, потому что он, ну, потому что человек, его раз наказали, два наказали. Еретика после первого и второго вразумления отвращается, ибо он сам осужден. Ну что его, Бог раз наказал, два наказал, а потом говорит: видно, Бог решил погубить тебя, раз ты не слушаешь. Все. Да не будет этого с нами. И вот нам, как ладыкицам, нужно взывать к Богу и увидеть грехи свои. А как мы свои грехи увидим без Слова Божьего? В свете Библии. Хочешь, не хочешь, опять к этой бороде возвращаешься. Он руку тянет. Нет, нет, не к бороде. К бороде? Нет. Бог никого не наказывает. Мы, когда поступаем противно Богу, и когда мы грешим, и когда не исполняем заповеди Бога Всевышнего, мы наносим сами себе рану. Вот смысл, что Бог никого не наказывает. Если Бог наказывает, наказывал бы нас Бог, из нас бы здесь, я не знаю, сколько бы осталось в живых? Один, может быть, а все остальные бы все. Нет, ну, Бог справедлив. Бог долготерпит. Бог справедлив и долготерпит. Это правильно, да и аминь. Но по справедливости Он не поступает сейчас. По справедливости Он меня должен был бы давно уже в гиену печь. Он долго терпит, потому что Он Бог любви, иначе бы Он был справедлив сейчас.
а справедливость его относится к другому. В том суде, который будет в вечности, перед вечностью, и там, когда откроется передо мной все, вот как в этом мониторе, все мои грехи, я не смогу ничего оправдаться. Бог мне покажет. Как же вы говорите, что Бог не наказывает здесь, когда Он посылает и глады, и войны, и смертные болезни? Как же не наказывает? Это не наказание. А что это? Это по делам людей, те, которые поступают. Простые дела, и их Бог наказывает. Бог их не одерживает. Но вот Гитлер хотел начать вот это все, что он сделал. И он сделал. И многие терпели все это. А где же Бог тогда? Так можно сказать. А потому что Бог наблюдает. И Бог говорит, не делайте этого, не делайте этого. А мы делаем и получаем то, Господь что... наказывает попущением. Попущением? Нет. Ну как же вы говорите, только что прочитали, кого я люблю с большой буквы, тех обличаю и наказываю. Это слово Божие. Тут сидит какой-то бритый человек, утверждает нам, что Бог не наказывает. Да не будем его слушать, этого еретика, которого после первого-второго разумления за плододейную дересь надо отвращаться уже. Давно пора уже. Хватит уже, ты обещал нам не мутить нам воду. Так не мути ее, пожалуйста, твое дело слушать и молчать. Каждый раз одно и то же, тебе приходится на место ставить. 80 лет человек вот начинает против слова Божия нести это. Я устал уже. Откровение 3.20. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Толкование. Где это Господь стоит у двери? Разве он не вездесущий? Разве не царь царей? Где то место, где он у дверей? Кто сей дерзкий, не впустивший Христа? Куда нам обратить свой взор, чтобы увидеть его? Может, это на небесах? Может, это херувимы или серафимы, высшие чины ангельские? Но нет, читаем. Господь царствует, Он восседает на херувимах, Псалом 98.1. Нет, не херувимы это, может, серафимы, нет, ибо вокруг Него, Бога, стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои. И двумя летал, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Пророк Исаия 6:2-3. Нет, не закрывают серафимы своих дверей от Господа, но закрывают, наоборот, глаза свои, ибо не дерзают взирать на Его славу. Не за дверями находится, а на престоле восседает Христос, Вседержитель на небе. Так где же та дверь, которая не открылась Христу? Вижу, что и тварь бессловесная славит Его. Далее цитата. Вся земля полна славы Его. Пророк Исаия 6:3. Зайду ли на небо ты там? Зайду ли в преисподнюю и ты там? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Псалом 38:8-10. Так где же, Господи, где дверь та, которая заперта пред тобою, в которую стучит десница твоя и не открывает? Все стою у двери и стучу. Стучу в дверь Ладыкийской церкви. Сердце ни холодного, ни горячего. Там нет меня. Там не правит десница моя. Там я за дверью. Так может оказаться, что и в большом обществе верующих нет того, в кого они веруют. Таково сердце человека. Вот сей дерзкий, не впустивший наполняющего все.
разросшиеся и обленившиеся я, сидит, развалившись в кресле сердца, а Христос стоит у двери и стучит. Но лень этому я, оно не спешит отворять дверь его создавшим. Вот голос моего возлюбленного, который стучится: «Отвори мне, сестра моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночной влагой». И вот ответ на сей стук возлюбленного: «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его, и вымыла ноги мои, как же мне марать их». Книга Песней, 5 глава, 2-3 стих. «Спит душа ладыкийская. Он мог бы давно уйти, но он стоит у двери и стучит, стучит непрерывно, стучит долго, стучит, стучит, стучит. Слышишь ли ты голос Духа Святого? Стук Христа. В ночное время, когда не можешь спать, у тебя стучит сердце, но ты внимательнее вслушайся. Не в сердце ли тот стук? Если кто услышит голос мой и отворит дверь, услышав тихое веяние побуждения Духа Святого, стук Христов, раскрываются двери сердца. Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Устраивается дивная вечеря в сердце человека. Говорит отец по случаю возвращения блудного сына: приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться. Лука 15, глава 23. Пищей небесную становится для человека его спасение. И обещал Христос открывающему дверь своего сердца. И мы, отец и сын, придем к нему и обитель у него сотворим. Евангелие от Иоанна 14:23. И Дух Святой, который с вами пребывает, стучит в сердце и в вас будет. Евангелие от Иоанна 14:17. Так становится сердце обителью живоначальной Троицы. Господь вечеряет в таком сердце и в такой общине полный. Ваня, закончено. Можно задавать вопросы. Если у кого есть вопросы не по теме, час уже прошел, у нас так принято, что можно задавать вопросы по истечении часа не по теме, у кого какие накопили. Пожалуйста, задавайте. Если пока вопросов нет, так, Игнатий Тихонович, может, вы что-то хотите сказать? Пока люди готовят вопросы. Я хотел сказать про книгу «Апокалипсис». Она меня заинтересовала в первые дни, когда я прочитал первый раз Новый Завет. А когда истинное толкование прочитал, это случилось года, наверное, через три. Толкование попало уже православное. Я был очень разочарован. Я ждал откровения, а там ничего и нету фактически. Толкуется с самим Священным Писанием. Потом мне потребовалось еще 30 лет, чтобы понять, что другого толкования и не должно быть. Толкование, которое скрыто за духовным планом, ибо я был в духе, говорит Иоанн. Это говорит, что толковать тысячу лет, как тысячу лет, нельзя. Что первое воскресенье, второе, понимать телесно как нельзя, это все в духовном плане. Еретики, сектанты, все абсолютно одинаково не понимают Писания. Они не знают, что такое первое воскресенье, когда тут легко доказывать. Когда сказано смертью в день, в который вкусишь смерть и умрешь, а он не умер, значит речь идет о другом. Сын мой был мертв, и я жил. 15 глава Евангелия от Луки. Они этого не понимают. Блаженны святы, имеющие участие в воскресенье первом. Я когда это все увидел, как я Бога благодарил, что Он дал мне дар быть христианином православным. Это наследие святоотеческой литературы. Все истолковано, каноны, правила, как себя вести. И уже блудословить вот так не будешь. Чтобы не видна была срамота наготы твоя, срамота во всем у человека голого. А сегодня годы ходят голые, прям буквально люди-то. В этом отношении посмотри, как мусульманок одеты, они одевают своих. Здесь ничего не понимают, потому что нет сдерживающего начала. Мне понравилось выражение Надежды Константиновны Крупской. Она сказала: религия-узда для масс. Узда. Они сбросили узду.
Правильно, тут один человек у меня встретился, и я, говорит, коммунист. Я читаю все у них, говорит, революцию нельзя было сделать с верующими. Пошли туда те, которые грабь награбленная. Ну а дальше-то как руководить этими людьми? Они не покоряются, и поэтому ГУЛАГ был на своем месте. Они думали так же, как при царе-батюшке будут бунтовать, они будут делать по 15 побегов, как Джугашвили. Не тут-то было. К стенке, в землю. Все. И это когда все по порядку рассматриваешь, и видишь, что вот это и есть то толкование, которое Бог нам дал. Уже толкование жизнью. Сама жизнь показала. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Блажен, потому что расслышал, и свят, потому что грехи омыты. А далее живи для Бога. Не торгуйся. Вот люди, которые говорят, да я привык так, да я уже ничего не сделал, я на суде Божьем. Это безбожники говорят. Ты на суде Божьем. Ты будешь говорить эти слова. Человек ничего не понимает, что говорит-то. Там написано, херувимы и серафимы будут под колесами Божьей благодати прятаться. Вот как будет дело, как Ефрем Сирин говорит. Силы небесные поколеблются, силы небесные, это ангелы, архангелы, от страха. А я буду там говорить, там что-то защищать. И он не понимает, человек, ничего, почему грех. И когда разговариваешь, я говорю, что ты блудословил? А никто не заметил, что я стакан водки хлобыснул, а потом вышел в эфир. Ни стыда, ни совести. И ядом отравляют души людей. Я не конкретно говорю, а таких тысячи людей. Выходят на проповедь и за кафедру держатся, чтобы не упасть. Священник крестит ребенка, и ножницами-то надо постригать. Она схватила за руку, он еще глаз не вытянул, он едва на ногах стоит. Еще тут спрашивает, и что он скажет тебе? Пьянь да дрянь, да и другое подзаборное. А ты, зная это все, найди такого себе учителя, наставника, строже которого нет во всей вселенной. Вот как советуют святые отцы. И поэтому откровение толковать надо всем писанием. Почему Христос не учил о тысячелетнем царстве? Нигде. Ни в Библии нигде об этом нету. Это означает время евангельской проповеди. Святым открыто. Видите, относительно откровения у меня были перемены, что в первую очередь разочарование, что так просто толкуется. А потом увидел, за этим, за этой простотой он ведет все по Библии. Это надо всю Библию знать на зубок. Я увидел, какая глубина. Но для этого потребовались десятки лет уже. На практике убедиться. Все еретики понимают, что царствие тысячелетнее будет. Праведники воскреснут. А потом Христос придет еще одно. То есть у них меньше трех пришествий Христа нет. Когда 9.28 к евреям написано, говорит, во второй раз явится. Во второй раз явится. Третий раз нигде нету. То есть они лишены благодати и разумения Священного Писания. Ты это понял? Ежедневно благодари, как у евреев. Ежедневно благодари, что Бог создал тебя мужчиной. А мужчину как определяет? Я хочу сказать попутно. В России, вот патриарх, допустим, 54-й, не было ни одного бритого. Ни одного. Ни одного святого отца. Это мало тебе значит. Зачем под православных мимикрию создавать? Зачем играть в это? Ни одного раввина не было за 3700 человек Безбородова. Ни одного. И ты это себе взял. И я против, говорю, я мне не нравится. Так и говори. Хочу, не хочу. И Феофан Затворник говорит, остается одно. Хочу, не хочу. Но когда тебя демоны потащат в ад, хочешь, не хочешь, а пойдешь. Определенная четко. Это я все, самость своя, самость я. И своего я создал божество, и всю жизнь на него молится. Что тут доказывать-то? Ничего не надо, время даже тратить, не позволяйте это. Откровение Бог открыл нам. Откровение это не книга, это жизнь. Жизнь открытая перед Богом. Все, что ты делаешь, Он знает. А почему ты под женщину лицо свое подделаешь? Да потому что ты жил так. Жил. Хуже бабы, ни силы воли, ничего не заработал, нету ничего. Вот определенно такому человеку и говори. Подкаблучники. Две мамы в семье. Ты знаешь, что ему ответить. Поэтому толковать откровение не надо. Оно истолковано. Нам нужно только принять, уразуметь и нести дальше эту благую весть. Нести. Я сегодня во время собрания показал большой орден, медаль, который меня наградил университет за проповедь. Университет. Неверующие знали, что я веду занятия у них бесплатно.
Я показал, там сфотографировали. Но она размером, это, я говорю, 4 звезды героя Брежнева меньше. Огромный такой, как жетон, на ленточке трехцветный российский флаг. Сам ректор мне вручил в университете. Вот это награда за проповедь. А как явится на суд Божий? А я скажу, я ничего не могу говорить, могу только плакать. Но сказал, похоронить меня в тюремной робе моей, в сапогах стоптанных на благовестие. Вот это я скажу, Господи, если только спрошен буду. Я любил тебя и хотел, чтобы многие тебя познали. Чтобы многие тебя познали, Господи. Вот это нужно сказать. Раз вопросов нет... Вопросов-то нет. Почему? Человек, может быть, первый раз откровение слышит. Вопросы на каждом шагу. У ученых, которые все исследуют, вопросы по сегодняшний день. Почему шмель летает? Шмель. Любая аэродинамика подсказывает, он летать не может. Крылья у него меньше той возможности поднять. Почему он летает? Знает, сколько взмахов делает. Все бесполезно. Не может летать. У человека глаза 750 тысяч колбочек. И изображение должно быть кверх ногами. Почему оно прямо? Какой считывающий аппарат сегодня не могут найти? Я говорю о том, что есть. Вот окулисты. Они не могут объяснить. Медицинский институт кончают. Я говорю, как? А это, говорит, неизвестно. Я говорю, а зачем аппендикс такой у человека? Там попадает что-то, потом операцию. Не знают. В Америке решили обрезать прямо, как только рождается. Дней 8 ему операцию делают и удаляют. Вот это здорово. Но как только им исполнилось 16 лет, они как бешеные делаются, эти дети. Побеги из дома участились сотни раз и прекратили делать эту операцию. Вот как обнаруживается. Сегодня по мобильному телефону разговаривают. Написано не больше 2 минут в течение суток. Не больше 2 минут и не больше, не чаще 5 раз в сутки. Получается 10 минут. А почему? Потому что последствия длительного разговора обнаружатся, может быть, через 3-4 поколения. Какие будут рождаться дети? Как это отразится на мозги? Между 2 телефонов яйцо кладут, звонят, оно спекается. Рак. Тем более, если болел, ты должен как огня бояться этого. И людей не приучишь, если они сами это не поймут. Болезнь есть. Сделай все возможное, чтобы она ушла. А как? Соблюдать все правила. Не пей, не кури, не безобразничай, не спи лишнее, не больше не переедай. Хотя бы в это вот, минимум держать надо. Так и Священное Писание. Непрерывно рассуждай, исследуй. Слиняй одно место с другим. Вот. Сектанты, еретики, они как огня боятся беседовать. Как огня. Это я имею опыт. В Академгородке научный... Не просто Академгородок Новосибирске. Там... Ученые люди все. Они с баптистами договорились беседовать. Те согласились. Новосибирск. Это большая община. Главное, как шахматные часы, одинаковое время каждому. Но в последний момент их пресвитер там и спрашивает, а с православной стороны кто будет беседовать? Они взяли меня, назвали. Они мгновенно сказали, нет, беседы не будет. Мы договорились, ни одного лишнего слова, ничего нету. И это не в одном месте. Если они просто налететь, шапку сбить, они могут. А беседовать, когда ты знаешь Писание, они не будут. Они проигрывают по всем статьям. По всем. По иконам, по тысячелетнему царству, по спасению, по благодати, по рукоположению, по церкви. На 100% проигрывают. Абсолютно ни одной беседы не было, чтобы они выиграли эту беседу. Нет. И поэтому ты все время благодаришь, что ты православный. А православный, значит, соблюдай посты, соблюдай внешнюю форму, как положено. Мусульманин, значит, он обрезан, женщина одета, хиджаб, мужчины как себя ведут, готовы умереть. А у нас в армию боятся пойти. Вот так. Еще вопросы, пожалуйста. Можно я задам вопрос? Это Лена Юзенкова. Да, Лена, задавай. Игнатий Тихонович, скажите, вот, пожалуйста, ну вот как вот, ну, более проще, например, какие же вот все-таки признаки теплохладности вот в себе, какие это признаки?
И как, например, потом, как можно, ну, как-то бороться с этим, побеждать? Теплохладности. Теплохладных много людей. То есть он верит, он знает, но у него фактически бесовская вера. Бесы веруют и трепещут. А у него хуже бесовского, он даже не трепещет. Он блудословит непрерывно, живет в грехе хоть 100 лет давай. И он нигде не показывает ревность. Нету. Ни в страхе Божьем, ни в любви. Это теплохладно. Я знаю, что Бог есть. Я спрашиваю, как у нас в деревне жили? Верующие были. Я спрашиваю, а как выходные проводили? Ну как, гулянки были, гуляли, играли там. Ну, драк не было. Ничего Христова не было. Старики там играли в лото, в карты даже играли. Чтоб было благовестие, никогда нигде. Вот за 300 лет у старообрядцев ни одного не было. Ни одного благовестника миссионера. Это теплохладность. Но у них холодность есть. Страх Божий-то. А это ничего нет. Я уже считал, я знаю, он все знает, все считал. И живет своей жизнью. Все оправдание находит. Находит себе руководителя, тоже не имеющего страха Божия. И от мирских навыков, привычек, вот человек этот не может отойти. Он теплохладный. Он, а я знаю, что Бог есть. Все, дальше он не идет. Пост. Да зачем это все внешнее? Главное сердце. У них главное сердце. Если бы оно было у них не замшелое, не заросшее мхом. А там вместо сердца ржавая железка. Бесчувственность. Сколько их людей до смерти огорчили. Они ничего не знают и не видят. Сколько за плечами этих разводов у каждого. Сколько абортов. Но я верующий. Я пойду, поп с меня снимет. Ничего он снять не может. Но я исповедуюсь. Исповедание предполагает епитимию, говорит Иоанн Златоуст. Один аборт. Второе правило Василия Великого. 10 лет за порогом церкви будешь стоять. 10 лет. Это 4 ступеньки пройти надо. На каждые 2,5 года. Если ты православный, так что ты лукавишь-то? Лукавишь. Пост не соблюдаешь. 2 года должен за дверями стоять. А я пойду причащусь. Ну, безбожник. Он безбожник, выдает себя за это. Теплохладный. Но он знает, что всю жизнь сожил, знал, что Бог есть. И наконец нагрешил. Гора грехов скрыла Бога. Он его не видит. Он срамоты не видит. И купить мазь, довериться Духу Божию, он не может. Этого помазания не имеет и не имел никогда. Поэтому такое безумие до смертного часа. Ревности-то нет никакой. И все. Вот сегодня ко мне один зашел. Я вначале думал, вы отвечаете там то грубо. А потом, когда я понял, ой-ой-ой, я пришел, то мусульманин. Другой там башкирец какой-то. У меня каждый день новые люди приходят. А я их и не видел, не знаю. У, я сколько лет вас духовным отцом считаю. Я теперь священнику прямо говорю так. Батюшка, надо идти проповедовать. Ну, почему? Потому что ты говоришь, это дает отзыв. Самый немощный человек начинает шевелиться, на костылях поднимается. Это ничего нету. Они не знают ничего совершенно о своей душе. Теплохладный он себя видеть не хочет. Он слепой, ему надо мазать глаза. Слепой. Он не видит. И все говорят, ему нельзя этого делать. Он, а что ты мне указываешь? Вот у нас определенная форма одежды христианская. И есть такое, что покупают и на платье или где-то погонщики. У нас нельзя погонщики носить. Мы не военные. А если в настоящей форме, у нас 3 человека есть. Медицинская служба, майор там, следователь. Они могут не в храме, у себя на работе быть с погонами. А в храм приходить в гражданской одежде. У нас на все есть ответ. Почему? Иначе это обман. Женщины какие-то снять, убрать эти погонщики. Маленькие сделай. Не постригай щелку себе. Женщина, не постригай. Это бесчестие. Волосы для женщины честь. Честь. И ты храни это. Так это много значит? Очень много. Ибо постыжение восходит до ангелов, говорит Иоанн Златоуст. А волосы вместо покрывала. Для ангелов, еще раз говорю. На голове имей покрывало. А это для черепа волосы даны, для черепа. Иначе он безобразно выглядит без волос. Отвечает святой Иоанн Златоуст и Василий Великий. Эти люди-то ничего не знают. Прокуролесили всю жизнь-то. А теперь бочка, в которой хранили, деревянная бочка, деготь всю жизнь. Попробуй очисти ее. Он пропитан до наружной стенки. Ее никогда не очистить. Ее только сжигать можно. И Господь это и делает. Он не дает им покаяния. Они умирают. А что я особенного сделал? Ничего не сделал.
а имеющий страх Божий, как святой Агафон. В чем бы ни обвинили, он все соглашался и плакал. Только с одним грехом не соединился. А ты, еретик, он утер слезы, говорит, никогда не был. Там немощь плоти, а здесь добровольное похотение. А ведь речь идет о сотнях миллионов людей, которые заблудились в разных сектах, в ересях. Деноминация, конфессия, это слово ересь прикрыл сатана. Сатана прикрыл. Ты это знаешь, другу ему скажи. Открой истину, и будет видно, что ты горячий. Пришел, чтобы обстановка изменилась. Здесь будет все по-другому. Это знают неверующие даже. И при тебе они материться не будут. Я говорю, я сижу с уголовниками в камере. 6 раз некоторые уже попались. И ни один не матерится. У нас батюшка молится, чтобы больше матов не было. Все, помело прикрусит свое. Все, помело это язык. А то ничего нельзя сделать. У меня ответ, а еще ничего и не делали. Как Наполеон говорил Бонапарт, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Пробоялись, а участь боязливых в озере огненном. Вот и весь сказ. А кто знает как? Не знаем, конечно. Мы сеем 4 категории земли. Вот проповедовали, ездили, а потом люди стали с тех мест к нам приезжать. Начитанные на пленке, это я еще при советской власти, они по всей стране раскатились. Это Библия, 12 томов Златоуста, 12 томов Жития, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Дьяченко. 50 томов я насчитал. И Иоанна Кронштадтского, там, Игнатия Брянчанинова. А потом эти пленки стали новых людей обращать. Мы уже оцифровали теперь на нашем сайте. Почему? Потому что оно слово живо и действенно. Библия насчитана была. Библия. А ничего не делать, ничего и нету. С утра до вечера будешь только кряхтеть. Болячки, да, врачей вызывать. К врачам не обращаться после 60 лет. Вот у меня лозунг. Если, конечно, терпимо. Терпимо. Вот и ответ. Теплохладного его сразу видно. Он нигде не будет. Нет, я верующий. Его не дозовешься на доброе дело. Ему дверь открываешь, а он боится зайти. Герой. Не бойся, заходи. Иди неси. Так называемые свидетели Иеговы, теперь запрещенные в Советском Союзе, в Российской Федерации, это. Они показали пример. Они идут от двери к двери. Самая быстро растущая секта. Их никуда не дели, они так и ходят, так и звонят. Они показывают нам пример. Вот ответ весь. Теплохладный. Теплохладный ничего не может сделать. Ничего. Он ни в духовном плане, ни в каком. Вы же не можете назвать теплохладным человека, через которого Бог так много сделал для народа. Но надо знать, какой огонь горит там. Иногда этот огонь любви к своей нации в нацизм вырождается, в фашизм, в коммунизм. Надо четко знать. Для мы все братья, ни Елена, ни Иудея нету. Вот в этом русле-то надо и плыть. Конечно, страшно. Что тут говорить? Сейчас вон христиан объявили тут, сколько их везде убивают. И это не теплохладные были христиане. Они не отрехлись. Это крепкие, горящие верой. За все Бога благодарите. Все, однако, Сергей. Может, еще кто-то вопрос? Последок. А можно мне? Мир всем, это Светлана. Давайте. А Игнатий Тихонович, во-первых, я вам хочу сказать, на прошлом занятии я была, по-моему, в среду, да, мы говорили с вами о наркоманах, алкоголиках, да, вы говорили, и я сказала, что я там хожу. Вы знаете, я была сегодня в этом центре, да, они называются православным центром, сами в храм не ходят, Евангелие не читают. Ну, то есть как-то вот, знаете, я посмотрела сегодня, и мне так было тяжело, там столько было отрицания, сопротивления. Они не хотят, ни жить не хотят, и выздоравливать не хотят. То есть я сегодня вот 2 часа просто, вот как будто была я одна, вот я не знаю, я просто другими глазами сегодня посмотрела и другими ушами все услышала. Вы знаете, я увидела бесполезность своей работы сегодня, бесполезность абсолютную. И мои коллеги многие не хотят работать. Мне сегодня подруга-психолог говорит, я за 30 тысяч не буду работать.
И вдруг у меня до сознания дошло, я как будто сегодня была вот среди бесов. Вот там как будто какие-то сущности, бесы, и я вот, знаете, это я не хочу больше туда приходить и работать больше. Вот я не знаю, что это со мной, но вот я вот вам благодарна тогда вот. Вот то, что вы там сказали, я сначала, меня это очень сильно зацепило, задело. Я вдруг понимаю вашу, ну, вашу правду. Вы правы. Вот спасибо вам большое, я каюсь даже перед вами в том, что я была с вами не согласна. Светлана, это свидетельство, что Дух Божий трудится над сердцем. Если я говорю, ты прислушайся, ты не опровергай сразу. Вот ко мне сегодня пришли, вот такой вопрос, а как делать там? Там одна умерла, завещала деньги, и деньги-то, ну, по нашим меркам-то не маленькие. И этот человек ко мне был очень расположен, а другому он передал, уже умирая. И та пришла уже, видимо, с деньгами. Я говорю, нет, я не молился, и как я могу деньги взять? Тем более, если я возьму, ко мне ни одного рубля за всю жизнь не пристало. Ни одного рубля. Ни одного. Хотя мне жертвовали, но одновременно могут даже миллион в руки дать, как Яну Кронштадтскому. Бог меня любит, и чтобы я раздал. Ни одного рубля, ни от кого, никогда, нигде. Я никак, только молиться будем, и все. А кому? Бог покажет кому. Там сразу выделили на подвоз многих тысяч Евангелий, за подвозку 10 тысяч, я говорю, отдай, а остальное пока никуда, никуда. Могут появиться люди, приезжие с Украины, и, может быть, нужна будет помощь. Вот у меня, я не знаю ничего. Я знаю только одно, что очень хорошо знаю, что ничего не знаю. И поэтому доверяюсь Богу. Да, вот вы сегодня засвидетельствовали. У меня сегодня уже не первый человек по интернету зашел. Вы знаете, я когда первый раз услышал, а батюшки на вас так говорят, а я говорю, вы конкретно покажите, что он не так сделал на меня. Я говорю, на меня, брат, легче всего. У меня 43 тома. Из них только в книжном варианте 38, по 752 страницы. Да меня можно голыми руками брать. Что я там... Я не просто так, я говорю на самые важные вопросы, там и мощи, и монашество, и исследовали монастыри, Киевско-Печерский монастырь, Дворкину, 14 лет исследуют, и ни одного слова не могут мне послать, нету. А которые говорят, ну говорят, вот недавно умер Наум у них, ну старец очень известный, в Загорске был, в этом, Сергиев Посад, я у него был, ну и... Пришлось спросить, а кем работаете? Я говорю, я на корабле работаю. И дальше пришлось свидетельствовать, сказать Дудушу, сколько сектантов пришло. Он говорит, если через кого-то придет 12 человек и станут православными, баптисты, это уже апостол нашего времени. 12. Я говорю, у меня сразу 475 баптистов стали с пресвитером и говорят, мы сегодня, сейчас готовы принять православие. Мои уши не обманывают меня, я не один был. Я всегда езжу, у меня рядом люди есть. Почему Бог? Это благодать. И хвалящийся хвалить Господом, что знаешь Господа. Знаешь Господа. И вот вы сегодня явились как раз, и хорошо, что сказали, и я ничего на вас не имею, и рад, что вы пришли и сказали это. Я сказал о наркоманах, это не надо этого делать. Никакие там реабилитации. Вот мне нужна реабилитация. Мне. Я вернулся, я зэк, заключенный, меня надо реабилитировать. И поэтому у меня реабилитация полная, что у меня конфисковали, они вернуть уже не могли. У меня шел суд 11 лет, и в центре Барнаула, в центральный район, мне дали два дома в частную пользу. Я владелец, и 13 соток. Тут и община, и лагерь. Видите как, реабилитация – это восстановление в прежних правах моих. А этим зачем? Они ничего не делают, они привыкли, чтобы их кормили, возили с ними. Молиться надо. И самое лучшее от этого алкоголя и там наркотиков, это в Новосибирске лечит профессор Пилипенко. Поркотерапия розгами. Заранее подписывает и розгами порят. Аргументы, факты. Я могу назвать все статьи, номер и прочее. Это уже чуть ли, я не знаю сколько, но где-то около 500 лет пользуются этим способом. Притом 100% излечения. 100%. Пороть. И больше ничего не надо. Дурень, чтобы не маялся. А если, которые бриты были раньше, их выжигали все, все, он боялся прикоснуться к себе. А это ничего нет, наказания. Хоть он колобродит, и ничего нигде нету.
Я говорю вообще об этом грехе. И ему доверять никак нельзя. Он самым малым неверен-то. Бритым никак нельзя верить. Никак. Ни одного святого за 26 лет нету. Нету. Чё тут толковать-то? Это свое я. Дружба с миром, вражда против Бога. Все основатели баптизма, все с бородами, все до одного. Вот что интересно. Сейчас баптисты выставили, о бороде такие лекции считают, что она нужна, это мужское достоинство, это мужская сила, это мужество и прочее. Это власть над женщиной. Я ничего этого не говорю. Я просто говорю, Бог так сотворил. Вот самый высший довод. Как о мощах. А почему? Потому что прах ты и в прах возвратишься. Все. Как ни прыгай, это никуда не уйдешь. С честью все мощи захоронить. С честью, с великой честью. И не понимает. Другой бывает, выслушал, не понимает. Совершенно. Против. Они компанией большой, пришли баптисты. И вот пример. Уехали в Америку, и машина сломалась где-то там, в лесу ехали. Все пошли за деталями, а он один остался. И пока гулял, ночевал, говорит, вспомнил, наши беседы были, как мы с вами беседовали. И я подумал, он говорит, тысячелетие царства началось. Мне как открылось, говорит, ночью-то. Сейчас всем баптистам я говорю, я был неправ. 30 лет назад мне вот православный говорил. То, что не принимают, это не означает, что не примут никогда. Он сегодня не принимает. Но раз он не осознает греха, это закрыто. Это как хула на Духа Святого. Если бы человек, вот как у Савы, он упал от братья, уходил, упал, там серные ямы горели в пустыне. И обжег бороду, и оно опалилось, и маленькие такие, волосками маленькие, вот как у Чаплина или у отца Дмитрия Смирнова, там бороденка, как у Хошимина. И он говорит, это Бог допустил, чтобы я не красовался своей бородой, не хвалился. Вот как понимали. Я вчера посмотрел по интернету, вот Володя показал, мужчина один работал, и картофель копалка, его замотало там и оторвало ноги ему. Я так и не понял, выше колена или ниже. И он, главное, теперь интервью дает, говорит, сапоги жалко, новые были. И держит, кажется, сколько, Володя, 15 коров? Ну да. Коров 15, вы знаете, что такое? И он ходит, никаких у него ни костылей, ничего нет. На тракторе везде ездит и обрабатывает землю, и сдает. Вот это герой нашего времени. Я могу его так назвать. Но про Бога нигде не говорит ничего. И это может не на пользу даже. Ну, прямо я посмотрел, не мог на него налюбоваться, как он все делает. А тут с руками и ногами прожил, и ни одной души-то не привел к Богу-то. С чем ты придешь? У баптистов поется, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу сноп один в руках нести. А что ты принесешь-то? Ну, обернись назад-то. Куча баб и бутылок пустых, больше ничего и нету. И вот геройствует тут. Благодарю, Светлана. Все, Сергей. Помолимся. Достойно есть якова истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истинения Бога Слово Рожью, Сущую Богородицу Тебя величаем. На тихонечко молитесь. Отец наш Небесный, Господь и Бог, Создатель и Зиждитель нашей жизни, Ты позволил нам в этот воскресный день снова услышать священные глаголы, изреченные Духом Святым Святому Иоанну, истолкованные святыми отцами. Хвала Тебе, что Ты нас наградил великим даром быть христианами и православными и находиться в Церкви Христовой, невесте Твоей. Хвала Тебе. Помилуй нас, распусти с миром и слышанное помоги сохранить, исполнить с радостью в Духе Святом. Тебе, Боже, хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, я пару слов только скажу Никите и Роману. Никита, если ты уезжаешь, Романа еще своди туда, на это вместе, передай все, на голубятню. Я о голубях забочусь. Конечно. Да, потому что время такое, чтобы застынет, надо лед растоплять. А в воскресенье, ну, из церкви вернетесь, можем выпускать один раз, там задвижка есть. А то сова пролетела, там пожрала сколько.
Все у меня. Игнатий, ну, сегодня же воскресенье, да? Да. Я открыл сегодня уже. Ты молодец, а закрыл? А, и закрыто, да? Понятно. Да, закрою, закрою обязательно, да. Иначе сова пожрет опять все. Ну понятно. Все, благодарим, Сергей, за занятие тебя. Спаси тебя, Христос. Спаси Христос всех. Спаси Христос. У меня еще маленькое объявление. Если кто-то увидит, что он удален из группы, просите снова, потому что народу становится много, и мне приходится удалять, чтобы было 24 человека, не больше, чтобы так, одновременно... Пройдите по деревне, Роман, скажите, Надежда Васильевна картошку не могла вывезти. Кто едет, захватите с собой. Мы перегруженно ехали на газели. Когда приедет Роман, я не знаю. Да моя машина там в ремонте, я вас хотел спросить, большую можно туда пригнать? Тогда собери все, что там есть-то. Можно? Можно, место найдем, да? Ну, найдем. Ну, ну тогда я загружу себе, ну я не знаю когда. На зиму оставить? Ну, как бы она у меня продажа, просто люди сюда не хотят ехать, и сейчас дорога ну, у меня давай, пропадет. Ну давай, договоримся где-то так. Я тут много места очистил, мы тут загоним ее рядом. У меня 40 квадратных метров освободилось, а мы тут все перерубили, дрова убрали для машины. А вот ты первый останешься. Как я рад, что у нас занятия такие идут. Слава тебе, Христе Боже наш. Во славу Божию. Храните веру православную. С Богом. С Богом. Отвечайте.